Ведутся ремонтно-восстановительные работы на железной дороге. Огромные слова благодарности руководству железной дороги, всем специалистам, всем работающим. Оперативно устраняется авария. Самая главная задача до 23.00 пропустить пассажирский поезд, который идет до Барнаула. Сейчас идет расчистка путей и вторая очередь восстановление дороги. Причина аварии пока неизвестна, будут разбираться. Но самое главное, что оперативно идет работа. Сейчас идет зачистка линии, очень серьезная работа, видите, какая сложная, тяжелая, опасная. Вагон груженный углем. Дай бог сейчас, чтобы он сошел. Рельс. Все, пошел.